В поселке Вурнары появятся новые очистные сооружения. Необходимость в них возникла давно, строительство объекта началось в августе. В Вурнарах есть станция по очистке вод, но построена она 52 года назад и сегодня уже не справляется с работой из-за 100% износа оборудования. Строительство новых биологических очистных сооружений ведется в рамках региональной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Из федерального бюджета на это выделено 406 миллионов рублей. Производительность сооружений 1800 кубометров. Подрядчик уже начал прокладывать трубы в восточной части поселка. Работы идут ускоренными темпами, они поделены на два этапа. В этом году освоит половину бюджета, 227 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство магистральных линий по объездной и центральной улицам Вурнар. Вторая часть проекта будет рассчитана на 2020 год. Общая сумма 177 миллионов. Она будет включать в себя строительство самих биологически очистных сооружений и двух напорных станций, которые будут обеспечивать напор или подачу сточных вод.